Урал занимает одно из ведущих мест в России по количеству и качеству средств массовой информации. Около 1000 печатных изданий, порядка 70 теле- и радиокомпаний, множество электронных СМИ ежедневно рассказывают уральцам о важных мировых, российских, областных и городских событиях, дают аналитическую оценку наиболее значимым политическим, экономическим и общественным процессам. На приеме в честь Дня российской печати побывала и редактор информационного отдела городского телевидения Людмила Суверток. Губернатор Евгений Куйвышев на традиционном балу прессы, посвященном Дню российской печати, который прошел в Доме Севастьянова в центре Екатеринбурга, призвал представителей средств массовой информации активно и объективно информировать уральцев, и в том числе о пятилетке развития, программе, которая в ближайшее время будет разработана областным правительством для того, чтобы вывести Средний Урал в тройку российских регионов-лидеров в экономике и социальной сфере. Тем, что Свердловская область сегодня располагает собственной журналистской школой. Конечно же, эта школа не раз и не один раз отмечалась и уверенно будет отмечаться на самых престижных фестивалях, конкурсах российского международного уровня. Сегодня мы уверены, что благодаря нашей совместной работе, в первую очередь работе средств массовой информации, безусловно, мы сделаем серьезный шаг в развитии нашего региона, который сегодня готов к тому, чтобы привлекать к себе дополнительных партнеров, дополнительные инвестиции, вести огромную работу в сфере развития промышленности и интеграции не только внутри страны, но и далеко за пределами нашей Свердловской области. Сегодня отдал поручение правительству Свердловской области разработать подробный план, как вы знаете, реализации пятилетки развития. И уверен, что средства массовой информации Свердловской области примут самое активное и самое действенное участие в реализации этого проекта. Глава региона отметил, что роль региональных СМИ заключается не только в достоверном, оперативном информировании аудитории, но и в воспитании гражданственности и патриотизма, в укреплении авторитета области в масштабе страны.